Как пережить расставание? Как что еще раз? Пережить расставание. Ой, это очень сложный вопрос. Ну, кто как, кто куда. Вот я, допустим, пишу песни. У меня есть выход, но посоветую, наверное, уйти в какую-то другую жизнь, не знаю, читать книги, общаться больше с друзьями, наверное, смотреть фильмы, сериалы, просто налить чай и просто уйти в кино. Вот, и тогда ты живешь чужой жизнью, мне кажется, это самый оптимальный вариант. А ваше сердце сейчас свободно? Почти, да. Почти? Ну, я еще не понимаю. А верите ли вы в удачу? Да, безусловно. Полагаетесь? Ну, как это происходит? Я верю в интуицию. Она меня не подводит. Если мне что-то хочет, даже если это против того, что против каких-то моментов, ты думаешь, что это неправильно, а хочешь так сделать, и потом в итоге получается, что ты сделал правильно, потому что интуиция работает. У меня точно, да. А с кем из когда-либо живущих артистов вы хотели бы сделать дуэт? А я с кем хотела уже делать. Ну, нету тех, кого вот... Да, все, у меня просто... Да нет, все артисты, которые мне бы хотелось, мы со всеми сотрудничаем сейчас. Все артисты, их много. Ну, иногда. Не все. А как они вообще планируют, куда вот в сторону идти? Точно не музыка. Не музыка. А почему? А, ну, потому что я даже рада этому. Одного музыканта в себе достаточно, мне кажется. Ну, многие артисты любят. Любят. Но я не такой артист. Я люблю, когда, чтобы человек выбирал свой путь сам. Если я никогда не буду навязывать и заставлять. Но если это не против воли, зачем это делать?